Доступное жилье для птиц. В Ярославле прошла очередная акция в поддержку пернатых. На этот раз скворечники появились на обновленном бульваре в Дзержинском районе. Благоустроенные квартиры для городских синиц и воробьев смастерили ученики 99-й школы. Птичье новоселье приурочили к месячнику чистоты и грядущему 35-летию самого густонаселенного района Ярославля. У птиц жилье востребовано не меньше, чем у людей, и птицы, которые гнездятся в дуплах, они очень нуждаются вот в таких вот отдельных благоустроенных квартирах, потому что, к сожалению, в городах дуплистых деревьев становится меньше, их просто-напросто спиливают в наших садах и парках, поскольку они уже становятся, ну, небезопасными для горожан. К юбилею Дзержинского района преобразился и сквер «Россиянка». Для тех, кто не знает, это площадь возле местной администрации. Ее работники своими силами решили привести зеленую зону в порядок. Здесь разбили цветник и высадили 20 сосен. По словам городских властей, именинник встретит свое 35-летие чистым и благоустроенным. Задача какая? Район к 35-летию подготовить, чтобы он был и нарядный, и красивый. Восстанавливаем флагштоки, вывешиваем флаги, чтобы создать и праздничное настроение к дню города для наших жителей.